Девочка 13 лет погибла сегодня днем в СНТ «Космос-1». С группой подростков она находилась на разрушенном деревянном мосту. В какой момент сорвалась вниз с 4-метровой высоты, никто не видел. Глубина была небольшой, а потому шансов выжить у девочки скорее всего не было. Из воды ее достали местные дачники. Они же сообщили в полицию и вызвали спасателей. Обстоятельства гибели сейчас выясняются. Подробности происшествия смотрите завтра в «Вестнике Северодвинска».